Кто сможет лучше рассказать о стихах, чем сам поэт? Для Марины Танаевой выступать перед детской аудиторией – одно удовольствие. Раньше поэтесса сама преподавала в школе, сейчас занимается со студентами. Признается, дети очень искренние, и их заинтересованный взгляд не заменит ничто. Я думаю, что поэты, писатели должны чаще выходить к людям. И вот если я, допустим, учитель, я обязательно пойду в школьную аудиторию. И чем чаще мы ходим, тем больше о нас знают. Ребенок, если увидит писателя, поэта, пообщается, он обязательно придет домой и откроет сборник. На творческой встрече ребята узнали о том, в каких зауральских журналах могут печататься авторы, о судьбе родственника Танаевой, который героически погиб на войне. На уроке звучали стихи из последних сборников поэтессы. Всего их на счету Марины Танаевой 7. Мне очень понравились ее стихи. Очень красивые и говорится о жизни. Марина Танаева рассказала, какая у нее была жизнь, как она начала писать стихи, как она развивалась, в какой школе училась. Все это мне очень понравилось. Мне очень нравятся стихи Марины Танаевой. Ее стихи вдохновляют на новые воспоминания, чувства, эмоции. По словам организаторов встречи, ученики лицея и в дальнейшем смогут пообщаться с известными писателями Зауралья. Юрий Пестерев, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион 45».